Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня с вами мы находимся на улице Украинская, 47, где за моей спиной находится домик 125 квадратных метров. Серия. Что мы сделали на сегодняшний момент для Лидии и Анатолия с Челябинска? Мы полностью уже подготовились, выложили плитку, провели газ, потому что у нас данный объект идет газифицирован. Вы можете уже видеть. Пойдемте посмотрим, что уже выполнено внутри. Внутри при входе, видим, уже сделали стяжку. Под стены вывели уже в чистовую. Осталось только наклеить обои. Лестница скоро будет здесь тоже устанавливаться. Лестницу мы устанавливаем после того, как полностью застелим плиткой или ламинатом. Пойдемте дальше. Санузел у нас начинаем обкладывать уже плиткой здесь. Скоро здесь все будет уже в плитке. Дом полностью уже готов предчистовой. Центральная вытяжка 200-я. Почему ставим 200-ю вытяжку? Для того, чтобы... Газовщики просят, когда мы устанавливаем газовое отопление, чтобы была вытяжка 200-я. Видим здесь теплые полы, место для котла. Мы его будем уже устанавливать полностью. На террасе также ведутся у нас плиточные работы уже. Вот такой прекрасный у нас на сегодняшний момент земельный участок, который имеет уже своих хозяев. Поэтому осталось только облагородить. Но на второй этаж мы сегодня с вами не попадем, так как лестница еще не установлена. Поэтому можем приехать чуть позже. В общем, заканчиваем мы предчистовую. И будем оформлять здесь полностью фасадные работы. Полностью уже доделывать, облагораживать. Тут у нас центральная вода и септик 8-кубовый. Поэтому, если есть у вас желание приехать, посмотреть все, что у нас на сегодняшний момент есть в строительстве, какие земельные участки, то мы вас можем встретить в аэропорту, на ЖД вокзалах, расселить в наших гостиницах, показать все, что у нас есть, чтобы вы могли сделать сами свой выбор. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока. Пользуясь случаем, заехали мы еще к одному нашему клиенту из Челябинска, к Евгению, где у него на сегодняшний момент по дому ведутся фасадные работы. Мы наносим караед, полностью все мы стекла, ступеньки, двери, все-все-все, чтобы не заморалось, мы обили целлофаном, потом это все аккуратненько уберется. Вот на сегодняшний момент вы можете видеть, как происходят и здесь работы. Поэтому после того, как мы покрасим, все высушится, все уберется и будет производиться финишная работа. С обратной стороны дома мы видим утепленную террасу на всю ширину дома, подвальное помещение. Тоже уже выложили ступеньки, вот так подготовились. Терраса у нас полностью выложена вот такой плиткой. Евгений заказал ее таким цветом специально для себя, поэтому подобрали, все сделали. Вот так вот. Данный земельный участок у Евгения получается 7,5 соток земли. Пользуясь случаем, пока здесь находимся, посмотрим. Вот так вот утепляется терраса утеплителем 200-м. Здесь Евгений себе сделал сразу три выхода для освещения. Она после этого будет уже подшиваться и будет терраса в чистовой. При желании она остекляется и полностью становится закрытой террасой. Хотели зайти вовнутрь, но ребята говорят, что маленько не вовремя. Поэтому приедем мы сюда попозже. Всем пока.